Погнали. Да! Капец, еще голд. Да блин, мне просто припасы сняли. Теперь электрический заряд есть и у шафта. 25 тысяч кристаллов, фиолетовые. Ой, голд. Прикиньте, я играю тут где-то часа 2 или 3, наверное. Не, 2, наверное, только. И выпадает это первый золотой ящик за 2 часа. Капец. Летит обычный голд между домиками там. Здесь один викинг стоит. Я, наверное, у него, конечно же, смогу забрать. Тут еще Марат едет, блин. Я забираю этот голдик. Это вообще первый голд на этот ультра-уикенд. Я неужели его дождался? Вообще, наверное, ЗЛП пока что не буду снимать. Ну, то есть, я снимаю, но, скорее всего, я сделаю его как общую. Потому что в последнее время дофига вот этих ультра-уикендов делают. И как бы все фрагменты вот в сумме попробую сделать. В общем, это, наверное, будет только начало какой-нибудь ЗЛПшки на ультра-уикенд. Поэтому желаю вам всем приятного просмотра. Погнали дальше. Вот так вот. И залазим. Отлично. Просто изи получилось. Даже на тяжелых корпусах, в принципе, можно паркурить. Ля, куда ты там убежал? Короче, нам какой-то игрок скидывает золотой ящик на карте Wolfenstein. Я тут вот сюда вот залез. Ну, не хочу, короче, отсюда спускаться. Посмотрю, где... А, вон он! Там, короче, титан стоит. Надеюсь, он вылезет. Потому что он меня знает, он меня видел там. Пам! Просто минус. И он не успел забрать голд. Блин, там еще один. Ну, он забрал. Ладно, в общем, поздравляем, кто за... Это Михай026. Поздравляем его и спасибо большое, кто скинул голд. И будем ждать следующих. Блин, еще звучит сирена. Я сейчас на мамонте. У меня еще вообще не прокачан мина. Так. О, метка в центре. Летит голд. Обычный. Блин, я даже до тут, наверное, не успею. Ну, просто смотрите, как медленно едет. Хоппер забрал. Ну, так мог успеть, конечно. Боже, что он сделал? Ладно, в общем, поздравляем этого... Нет, хотя хопперов можно и не поздравлять. Но так как он забрал без овердрайва, поэтому ладно. Поздравляем его и будем ждать следующих. Так, нам какой-то игрок сбрасывает золотой ящик на карте Рио. Кстати, вот он. Так, а может он... Нет. Ну, короче, подсадка хотел сделать. Мне кажется, он вообще против. Ладно, попробуем как-нибудь своими силами. С раскачки как-нибудь. И да, получилось, капец. А как я сейчас не понял, как я пролагал прям туда. Но как-то мне это получилось сделать. Блин, у нас флаг везут. Ай, у нас флаг привезли, пока я тут голды ловил. Ладно, ждем следующих. Так, у нас появляется сирена в золотом ящике на карте песочница. Метка у нас в самом центре. Я на чекернауте, поэтому, в принципе, это будет им... Еще один голд. Еще один. Хоппер, уйди. Так, сводимся. Сливаем всех. Забираем этот голдик. У нас еще второй на их базе, я заметил. Летит тоже обычный. Блин, капец, два рандомных голда. Хоппер, свали. Это тоже мой голдик. Блин, просто изи, два голда забрал. Жалко, что, конечно, оба обычных. Ну да ладно. Вообще, кстати, это... Блин, чуть не упал. Первый раз вообще у меня такое, то что два голда выпадает. То есть рандомных и как бы подряд. В общем, ладно. Переходим к следующему. Золотой ящик на карте мосты. Погнали сразу же искать. Я тут на диктаторе, кстати, поэтому, в принципе, мне будет, наверное, легко его забрать. Правда, его не вижу. Контейнер летит. Контейнер летит. Да блин! Мне просто припасы сняли. И какая-то смока тупая добила меня. Скоро будет конт. Вот я не понимаю, он просто положил пробел на кирпич и катается. Вот в чем прикол, как бы? Блин, я не знаю. Стоял бы там, ждал с краю где-нибудь, пока он приземляться. Что-то тогда бы всех сливал. А не так, блин. Пока тут катался, нашел один такой паркурный трюк, который сейчас постараюсь исполнить. Так, погнали. Да! Залез, капец, первый раз. Это с первого раза. Я его как бы понял, то, что так можно сделать. Но, блин, не знал то, что с первого раза возможно. У меня, конечно, сразу там не получалось. Я просто на домик иногда залетал. Иногда не долетал.
а тут прям сразу получилось. Чего, зачем надо бить? Я же их как бы вроде не бью, они меня бьют. Мне сейчас застопит. Ну тут, в принципе, можно только где-то, ну, сдалека кто-то меня попадет. Вот здесь, кстати, еще есть киллзона, но... Блин, кто залезть? Вот. Голд! Капец, еще голд. Так, ладно. Сейчас попробую на этот домик сначала залететь. Да ё-моё! Ну я, блин, конечно, так и думал, то что я не долечу до туда. Ладно, сейчас у меня есть другой способ. Поехали. Давай, давай, блин! Убили. Точнее, не убили, а страйкер подвинул меня, к сожалению. Так, у нас появляется сирена в золотом ящике на карте мосты. И при этом я еще играю с флеша, так... Блин, чуть не слили. Летит у нас обычный голдик, я вижу уже где. Да ё-моё, чё сейчас сразу так сливает мне. Но здесь вообще никого нет, смотрите, один викинг огром едет. Но он меня точно не сольет. Я забираю, это обычный голд. С флеша хочу подчеркнуть, потому что сейчас, ну, к нему доступ особо не закрыт, но все равно, как бы интерфейс прикольный. И самый главный минус в этом флеше, то есть в этом клиенте, это то, что здесь много крит ошибок. Так, какой-то игрок нас сбрасывает золотой ящик на карте мосты. А, я вижу, как он летит. Конечно же, сейчас будем брать его с подъемчика, потому что... Ну, потому что там вообще никого... А, нет, есть кто-то. Ну, короче, просто залетаю, спокойно забираю этот обычный голд, он нам кидает еще один. Блин, тут вулкан. Он опять тут. Так, это уже второй голдик, получается, можно забрать вообще без проблем, если, конечно, тут не будет каких-то... Не знаю, в общем, кто-то тех, которые будут сливать мне. Так, ладно, погнали, у нас еще голд спрашивает. Но я забираю этот. Второй голд тоже забираю. Так, третий... А, вижу... Так, свалите, я должен успеть. Еще что ли сбрасывают? А, понятно. Тихо, уйди. Блин, чуть-чуть не успел. Какой-то у нас мама здесь на читах. Смотри, что делает. Боже мой, капец. Ладно, в общем, спасибо большое, кто там сбросил голдики. И, в принципе, на этом... Короче, переходим дальше, я не буду. Если будет что-нибудь крутое, я сюда вставлю. Накопил я тут 4 контейнера на флеше. Давайте, конечно же, их откроем. Тут что-то долго думает. Все. С первого контейнера нам выпадает... Отлично, мины. Самое нужное. Синее свечение, краска нефрит. Окей, с третьего контейнера. Пакет 3500 кристаллов. И еще, да, кристаллы. Понятно. Ну, хотя бы краска выпала. Кстати, мне эта краска вроде выпадала на флеше тоже, только где-то под Новый год на другом аккаунте. Так, появляется оповещение о золотом ящике у нас на карте Полигон. У меня сейчас есть овердрайв, поэтому, ну, летит... О, метка еще прям здесь. Летит обычный голд. Капец, вот это сейчас можно обязательно забрать. Викинг мне даже ничего не сделал. Так, да, меня зажимайте, спокойно, я забираю этот колдик, вообще без проблем, как бы, куда ты убегаешь. Короче, изи получилось. Ну, в общем, переходим к следующим голдам. Теперь электрический заряд есть и у шафта. Знаете, как он бзм делает. Ладно, на самом деле, это какая-то фигня залагала. Смотрите, просто в воздухе там... Сама по себе стреляет. Это моя пишет. Но теперь она будет моей. А, вон он опять стоит. Ну серьезно, блин, залагало просто непонятно где. На ровном месте, как бы. В общем, такое небольшое отступление. Теперь переходим к следующим золотым ящикам. Появляется сирена в золотом ящике на карте Полигон. Метку я пока что не вижу. Но здесь играю на Васпике, поэтому... Будет проблематично немного забрать этот колд. Найти бы его сначала. А, вот метка. Летит обычный. Да вот нафига бить? Блин. Да блин, ну вот, ну как? Просто вот Изида взяла и прям мне как бы помешала забрать этот колд. Кстати, вот она. Или он. Без разницы. Короче, он какашка. Иди на респ. Ждем следующих.
Лол, кек. Чебурек. У нас появляется сирена о голдике, я тут сижу, значит, отдыхаю. Так, а метка у нас, короче, там, я понял. Это летит реально рандомно, обычно бывает скидывают так вот, с надписью, как будто рандомный, блин. Все, эффект от подавления то был, поэтому не мог никак подпрыгнуть. Если что, я сейчас отделал хоппер не для того, чтобы брать голды, поэтому не подумайте то, что типа я там хопперовод какой-то. Ну, потому что есть такие, которые реально хоппер одевают и тупо за голдами катаются. Я нет, я просто по приколу как бы, чтобы вон туда вот залезть. Ладно, переходим к следующему. Для начала давайте откроем 5 обычных контейнеров, потом уже ультра-контейнеры. Так, с 5 нам выпадает ускорение, мины, x2, синее свечение, 25 тысяч кристаллов, фиолетовое устройство, автопушка, блин, вот это устройство единственное, которое меня бесит в танках, но, блин, одевать, ну, то есть я на спаке здесь не играю, и поэтому одевать даже его не буду. 50 батареек выпадает с первого. Так, дальше. 25 двойного урона. Давайте все-таки по одному, как бы. Мне хоппер кстати выпал с одного контейнера, поэтому. В общем, продолжаем. Пока что все белое падает. Зачем мне эти. Зачем мне все эти припасы? Зачем кристаллы, блин? Это ультра контейнеры. 53 опять. Боже, какой-то просто бред падает. 100 всех припасов. Ну, наверное, единственное нормальное что-то выпало. Теперь давайте откроем ультра-контейнеры на, точнее, в новом клиенте, HTML, который 3500 x2, 125 аптек, краска Аргентина, блин, вот, краска Дании, две краски футбольные, вот я ненавижу, то есть, тут обидно реально, когда выпадают такие футбольные краски из ультра-контейнеров, ну, как бы, лучше бы даже из обычных они выпали. 25 тысяч кристаллов и последний контейнер, 3500. Все с вами понятно. Если вы думаете, то, что я вас обманул насчет вот этого красного свечения, где я вставил в начале ролика, на самом деле нет, мне серьезно выпало красное свечение, только этот фрагмент я вставлю в новую часть открытия контейнеров. Просто хочу вас предупредить, то, что оно будет совсем скоро, и там буду открывать только ультра-контейнеры. Вот обычных там не будет, и поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это открытие контейнеров, потому что, ну реально, может даже это будет и кризис. Ну, я сейчас не буду говорить то, что именно выпало, просто ждите. Ну и кто досмотрел до этого момента, всем говорю огромнейшее спасибо, можете написать в комментариях, ну если досмотрел прям до конца, пишу прям досмотрел до конца, мне будет очень приятно вот это видеть эти все комментарии, ну и вообще свое мнение можете там оставлять тоже. Также поставьте лайк, либо же дизлайк, если понравилось или не понравилось видео. Ну еще хочу сказать насчет того, что 2 недели не было видео. Я работал над одним таким малюсеньким проектом, ну, который называется «Интро». Но так я до сих пор его не доделал, поэтому буду доделывать в ходе выкладывания вот этих роликов. То есть я буду параллельно снимать еще и ролики и делать интро. Пока что не могу показать даже заготовки, потому что не особо они сделаны. Да я, в принципе, не мастер, чтобы там что-то делать. Поэтому не хочу говорить то, что я вас удивлю, либо наоборот, это будет какое-то прям такое банальное интро. Ну, в общем, больше не буду вас задерживать. Всем желаю удачи и всем пока-пока. We'll be right back.